«Единая Россия расширяет пространство диалога с обществом. В Ульяновском региональном отделении партии «Единая Россия» запустили внутрипартийные платформы и утвердили их председателей и сопредседателей. И как на федеральном уровне, в регионе будут работать 4 платформы – либеральная, патриотическая, социальная и предпринимательская. Встреча руководителей платформ с губернатором Сергеем Морозовым прошла сегодня в здании правительства. На ней были озвучены цели и задачи работы». Самая главная цель – это все-таки сближение интересов нашего населения, наших граждан с тем, что делает власть, с интересами партии, для того, чтобы все слышали, все видели, что нужно нашему народу. Проект партийный «Единая Россия», но эта платформа не будет закрываться только членами партии «Единая Россия» и не только ее сторонниками. На дискуссионную площадку, на привлечение к решению проблемного вопроса будут привлекаться все, кто называется патриотами Ульяновской области. Эта патриотическая платформа стоит, первая задача – это все-таки у нас объединение и консолидация между патриотическими объединениями и людьми, которые занимаются все-таки пропагандой, агитацией в сфере историко-культурной деятельности. Буквально после выборов партия «Единая Россия» активизировала свою работу, и были приняты решения по перезагрузке ряда платформ, да, на базе партии. Деятельность каждой платформы направлена на формирование открытой дискуссии между партией, экспертным сообществом и представителями самых разных слоев населения, а также выработку конкретных решений по наиболее актуальным и значимым вопросам. Вы очень опытные эксперты с большим практическим опытом. Уверен, что ваши знания и авторитет могут нам помочь, ну, например, выработать предложение по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона. Платформы и дискуссионные площадки, на которые будут приглашать лидеров общественного мнения, представителей НКО, экспертов самых разных взглядов. Главная задача – обсуждение наиболее важных вопросов повестки дня для выработки их последующих решений. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Ульяновской правды.